Солнышко, и снова всем здравствуйте. Мы, как всегда, в гору забрались опять сегодня. Здесь вообще обалденно. С каждым днем травы все больше и больше. Я уже натрескался этой травы. Тут уже вот как. Критикует Серга за меня. У него уже там пакеты ломятся, у меня еще ничего не ломится почти. Но я пакетик один набрал, колбишки. А тут иду, смотрю, тут вот горошек лежит. Тут лосик пробежал, постоял здесь, оттолкнулся и дальше пошел куда-то. Не знаю куда. Птички буздуют, забуздыривают. Пришли оттуда. Как посмотрю на эту гору, так и ничего не охота. Назад же идти с баулами. Кстати, где они не у нас? А вон, вон у нас вон маяк, видали какой? Куст наклонили, привязали синюю пакетину, чтоб видно было сдалека. А там он сергазы ходит. Палец себе где-то разбомбил. Кровь хлещет, как с поросенка. Ничем остановить не может. Забинтовали сейчас вроде. Не знаю, поди там уже бинт весь красный. Ты там крови много потерял? О, блядь. Литр, на. Литр. Ну, вот так вот. А ты что, блядь, кому-то ЦРУ, что ли, блядь, закладываешь? ЦРУ докладываю, да. В Госдеп. Байдену. Покажу, как тут колба у нас растет. А то он ничего не понимает. Здесь где-то кедруха внизу есть еще. Но мы к ней, наверное, не пойдем. Может быть, здесь попадется. Но если попадется здесь кедрушка, я ее вам покажу всем. Ну, а так я туда вот пошел. Пока. Пока туда. Ну, мы еще в тайге шляемся. Нам опять надо подниматься вниз. Вон этот косогор. Сначала спуститься вниз, потом подняться вверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут, сейчас я покажу вам, какая колбишка здесь хорошая растет. Прямо на что, смотрите, какая она толстая. О, толстая. Такое я давненько не попадалось, не видел. Такое я колбу давненько не видел. Фух. Вот она, короче, тут. Вот такая вот она тут толстенькая, хорошенькая. Прям берите, угощайтесь. Она сладкая, она еще. Такая она, как бы и горькая, и сладкая. Кисло-сладкая по вкусу есть, а это горько-сладкая по вкусу. Вот тут какие они. О. Ну, чтобы понять, сейчас я перчатку сниму. Ну вот, мой палец и колбы. Здесь еще толще. Ну вот. Вот мизинчик мой. Хорошая, короче, здесь колбишка. Прям... четко все. Вот она. Уже длинная. Уже стрелку начала выдавать. Тут лосей. Тут помета лосиного. Пропасть. Тут где-то рога должны валяться. Фух. Вот так вот мы сегодня здесь попрыгали, побегали. А что, на той стороне мы, когда приходили-то первые дни, а там вообще тонюсенькая, притонюсенькая. Да что она тонюсенькая? Вот она тонюсенькая. И вот это равняем, и все. Вот и все. Вся разница. Ладно, буду пакетик добирать. Фух. Там еще пакетики у нас.
И внизу еще. Фух. Ну ничего. Зато прогулялись. Хорошо в лесу. Хорошо. Лучше, чем в городе. Все. Вот заядлый таежник и калбишник. Поматерится он и все, и пойдет. А то у него еще пол рюкзака только распустил. Пошли, пошли. Ну все. Полная коробочка. Спасибо этому хорошему месту. Фух. Спустились мы с полгоры. Еще полгоры вниз и гора вверх. А пакет забыл. Пакет. А вот на дереве. Так, время 10:44. Сколько мы будем ползти? Минут 20-30. Не знаю. Ну, старенькие уже. По-быстрому не получится. Еще раз. Все. У нас начался подъем. Березка какая. Огроменная. Такая красивая березяка здесь стоит. Вот с нее соку можно было надоить. Пару фляг -то точно она дала бы. Сергозе упал. Фух. Были там, на том склоне, где-то там, где-то вот тут, вот так где-то были. Фух, ладно, пойдем. Все выше и выше и выше, стремимый полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Осталась быль-то тут. Еще минут 20, и мы на горе будем. Все, помер. Ну все, почти. Последний мой перекур. Все, вылезли мы. Осталось здесь буквально пустяк. Вон, вот машина стоит уже, все, дорога. Вот машины здесь такие вот гоняют. Все, что-то возят, 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 возят. Все, всем пока, ребята.